ICQ, пройдемся по нашей технике, чуть-чуть сюда еще сместимся, у нас идут локти. То же самое, пока в варианте один терпит, терпила, а второй выдавливает. Хорошо. Потихоньку, начинайте потихонечку, если чувствуете уверенно, потом добавляйте скорость. У нас техники пошли. Разнообразно. С усилием отсюда можно. Ключица сюда, допустим. Можно вот по-тайски. Ос. Ос. Поехали. Стойки, стойки выбирайте, в которых работаем. С разворота ему накати. Чуть ближе. Ходи, корпус тоже не забывайте. И в падении через себя. Второй кью у нас хирокены. Вы, кстати, хорошая мысль. Перед тем, как делать в паре, вы становитесь вдвоем и друг напротив друга. Санчин, становись. И на дистанции кихон, второй кью. Хаджиме. Ос. Главное не ос. 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 Ну, без ног пока. Вот. Да, или потом отбежать делать. Вот. И потом сделали кихончик, и потом вспомнить, какие техники у нас есть. Для чего мы вот этот кихон делаем? Чтобы вспомнить весь объем техник. И также один партнер становится. Значит, обратите внимание, хирокен, горло хорошо, дзёбин, который заходит, и вот под губой хорошо заходит. Вот это вообще такой прорезающий, он через под, такое, через всю лицо проходит. Эч, да. Закругленное, в ухо. Эч. Можно по паре ударов сначала все удары пройти, да, прочувствовать. Эч, сюда сделали. Вот это вообще красота. Эч, эч. И потом потихонечку пошли. Эч, отсюда, да. Эч. Ос. Войти в раж, но контролировать. На самом деле удар вот шутки шутками. Давайте по корпусу покажу, а потом представь это все на лице. Такой неприятный. А здесь он обжигающий. Неподготовленного пробьет, а если по лицу, только размажется. А душок, а там какое-то время звон такой идет. Ос. Ос. Поехали. А не забывайте, можно попробовать прыжки аккуратно, все тоби. Ос. Резче, резче. Концентрации, точки ставим. Обе прыжки тоже.